Всем здравствуйте! Сегодня 1 октября. В Волгограде продолжается бабье лето. И я вам покажу свой осенний сад. Цветет мультифлора. Желтенькая уже начинает зацветать. Гелениум повторно цветет уже. Старые цветки уже образовали семенные коробочки. А из пазухов новые цветки, цветочки выбились. Сейчас покажу вам розочку Dolce Vita. Цветет все лето без перерыва. Вот такими вот крупными цветочками. Роса. Утреннее, хотя сейчас не раннее утро, сейчас 8 часов утра. Вот такой куст, довольно-таки немаленький. И постоянно выбивает и выбивает бутончики. Это роза Dolce Vita. Продолжают гореть яркими огоньками цинии, вот такого розового яркого цвета. Огород уже весь убран. Флоксы. Отцветшие я уже давно обрезала, а это из пазухов. Но тоже крупные вот такие цветы. Тоже ярко и красиво. Конечно, не так, как весной, но все же. А вот еще какая хризантемка распустилась. Распускается желтая хризантема под названием попкорн. Пока что цветки распустились только с южной стороны, но скоро будет покрыт весь куст такими яркими цветочками. Этот сорт источает медовый аромат. А перед вами метельчатые гортензии. Это гортензия Magical Moonlight, магический лунный свет. Рядом Vanilla Phrase. Сейчас покажу вам гортензию дуболистную. Какая она красивая. Соцветия я обрезала, они стали коричневые. Но какие у нее листья окрашиваются вот в такой бордовый цвет. Очень красиво смотрится куст. Рядом Vim's Red. Рано зацветает, рано окрашивается. Это ранний сорт метельчатой гортензии. С этой стороны Kyushu. До сих пор возле беседки цветут бальзаминчики. Вот такие крупные, яркие огоньки. Пока что мороза у нас не было, и они еще цветут. С другой стороны беседки у меня тоже бальзаминчики. Посмотрите, какие крупные цветы. Но их мало. До сих пор цветут георгинчики бордюрные вот такие. А здесь у меня растет в тени петуния. Сейчас осень, и все равно она продолжает как ярко цвести. Летом вообще листьев не было видно, одни цветочки. Очень хороший сорт. В тени, хочу заметить,
Я купила опять эти семена и опять посажу, потому что вот этот сорт мне понравился. Очень устойчив и к жаре, и к тени. Под деревом у меня распустились хризантемки, но это уже корейские хризантемы. Вот такие красавцы, огонечки. А с другой стороны, тут рядышком до сих пор еще у меня цветут, не цветут, а растут колиусы. Вот такой яркий островок. А посмотрите, какой лилейник позднецветущий. Красавец. Цветет, и у него очень такой насыщенный вкусный аромат. А рядом Вигела Wings of Fire. Посмотрите, какие у него листья у этого куста. Сейчас они вот такого вишневого цвета, бордового. А весной были у нее такого цвета медного. Очень красивые. Правда, цветение еще не видела. Ему третий год. Надеюсь, на следующий год зацветет. На этом я заканчиваю свой обзор. Коротенький. До новых встреч. До свидания.